Что у вас сегодня читал из Евангелия, расскажи. Читал, как Иисус Христос со своими учениками учил народ Слову Божию. В пустыне. И чему он их научил? Ну, смотрите, прокаженные очищаются, хромые встают на ноги, слепые прозревают, мертвые оживают. Ну, дело было уже к ночи, и так как он не хотел отпустить людей голодными, предложил накормить ученикам. А ученики принесли 5 хлебов и несколько рыбок. А чем, говорит, кормить-то? Мало. Ну, Иисус Христос, говорит, не беспокойтесь. И обратился к отцу своему. Ну, и Отец Небесный подал пропитание. Накормили всех людей, было около 5000, кроме женщин и детей. И осталось еще 12 корзин после пропитания. Ну и отпустил народ с миром. Ну и чему он научил-то народ этим деянием? Как к нам это относится? Мы сейчас не можем хлебы умножить, ни рыбы. Нет у нас такой веры. Для чего это нам написано? Ну, чтобы верили, не сомневались. Что вера может спасти. От голода? Спасти и от голода. И от холода, да, вот как мы тебя спасли. Да, и от холода. Понятно.